Здравствуйте. Здравствуйте. Что будете? Пиво. Какое? Безалкогольное. Это он так шутит. Светлого, пожалуйста. Ага. Мне тоже. Хорошо. Ну и кто ты после этого? Сань, послушай. Пошел ты. Ну я не хотел мешать, ну правда. Ты что, Орлов, совсем сбрендил? Да с каких отпор я ради друга с бабой не слезу, а? Сань, ну в самом деле, ну так получилось, ну... Да ладно, не мямли. Спасибо. Ты мне лучше одно скажи. Кто ты мне после этого, а? Что, ты сам не знаешь? Не, я теперь уже не знаю. Слушай, я обидеться могу. А я уже обиделся. Сбегаешь от меня, как заяц. Я тебе написал. Я туда-обратно, там, дела кое-какие трясти, и все. Какие дела? С каких отпор ты один стал все дела решать? Самостоятельный ты наш. Сань, ты только не перебивай. Ты говоришь, я сбегаю? Я отсюда не сбегаю. Я тут сбежал, уехал из России. А теперь там все посыпалось. Ага. Ну, это бегом склеивать. А то, что ты мне здесь нужен, ты понимаешь? Сань, 2 дня. Через 2. Максимум через 3 дня я вернусь. Вполне хватит, чтобы за батюшку олигарху башку сложить. Нет, вот этого не будет. Точно не будет. Да он тут вообще ни при чем. Ойли. Почти ни при чем. Ладно. Твой рейс вам уже 2 раза объявляли. Ну ладно, я поехал. Значит, через 3 дня. И чтоб не помирать. Не дождутся. Слово офицеру. Давай. А я знал, что вы дома и не снимаете трубку. Я все знаю, Серж. Не спрашивайте, откуда информация – часть нашего бизнеса, собственно, любого серьезного бизнеса. Видите ли, я... Вы правы, весьма жуткая история. Ну, коль теперь мы партнеры, я хочу дать вам скромный дружеский совет. В вашем состоянии вам помогут только 2 вещи. Хороший собеседник и старый добрый скотч. К вашим услугам и первое, и второе. Ну вы, девушка, ну совесть совсем потеряли. Ну, раз зашла, второй раз зашла, посмотреть, как он себя чувствует. Но ходить в реанимацию, как к себе домой. Вы извините, ради бога, я больше не буду. Не будет она. Куришь? Да. Ну, пошли покурим. Тебя как зовут? Кажется, Алена. Да. А я Галя. Галина. Или Галка. Ну, как удобно, так и называй. Ну, что мы с тобой делать-то будем, Алена? Да вы не волнуйтесь, я вам заплачу. Да я же не об этом. Господи, ну что за люди? Лучше бы зарплату нормальную людям платили, человеческую, а не подачки тайком рассовывать. Ну, прости, я обидеть-то не хотела. Да я верю, что не хотела. Ну, знаешь, как-то вот неприятно. Какая ситуация? С одной стороны, твой папа. Слушай, с ним так здесь носятся? Он что, у тебя миллиардер, что ли, какой? Охрана? Да нет, не знаю. Ну, денег много. Ну да, это я поняла, что немало. Но с другой стороны, ради тебя ведь порядки никто не будет отменять. Да нет, я понимаю, но я могла бы помогать. Работы, небось, много. Да. Вот это вот чего хватает, так это работы. Ну, какую-нибудь примитивную самую работу, не знаю, утку выносить, ну что-нибудь такое. Да твоему еще до утки. У него же катетер вставлен. Чего вставлено? Ну, не важно, что у него вставлено.
А он ведь тебе не муж. Понятно. Что тебе понятно-то? Ой, да все мне с тобой, девочка, понятно. Ты знаешь, вот у нас здесь в больнице такого насмотришься, вот так вот на целый бразильский сериал. Почему на бразильский-то? Почему на бразильский? Потому что страсть. У нас, между прочим, вот такого не снимают. У нас что в жизни, что на экране. Реализм пополам с чернухой. Точно. А тут, о, ты знаешь, какой у нас случай был полгода назад? У нас лежал один офицерик, молодой, из девятки. Это вот подразделение, которое правительство охраняет. Угу. Ой, ну такой красивый, статный, высокий. Ну, все при нем такое. Как Мел Гибсон. Ну, только лучше. Ну, да, и маленько помоложе. Ну, вот. Понятно. Эх, влюбилась в него наша медсестричка из приемного покоя, Олеся. Ты знаешь, до того влюбилась, что прямо чуть мозгами не двинулась. Ну, а дальше-то что? А дальше ничего. Пока он хиленький-хиленький лежал, слабенький совсем, знаешь, он и улыбался, и за ручку ее брал, ну, там, всякие места интересные трогал, ну, понимаешь. Угу. А как только он оправился, приходит его законная. И главное, ну, такая здоровая баба, ну, вот прям вот с него ростом. Такой, знаешь, голос, главное, прокуренный. Говорит, все, забираю, говорит, у вас своего законного до полного выздоровления в наше подразделение, эту спецклинику, там, где вот лечится их подразделение. И что ты думаешь, он? Пошел, паразит, а даже на Лесеньку не оглянулся. Боже мой, она так плакала, она неделю плакала, как контуженная. Я думала, все, вот думаю, все. Доложит на себя руки. Ой, а еще знаешь, что было? Не, я что-то просто не пойму, зачем ты мне все рассказываешь-то? У меня ситуация другая, он мне просто жизнь спас, я только поэтому... Спас! А главное теперь, чтобы ты не испортил. Вот ты что о нем знаешь? Почти ничего. В общем, совсем ничего. Вот. Вот то-то и оно. Ну, ладно. Пойдем, я тебе давление померю. Ой, ну зачем? Я нормально себя чувствую, правда. Ты знаешь, ты вот об этом никому не говори. Иначе окажешься сразу на улице с выпиской у папы своего миллиончика под крылом. А твой красавчик, который спаситель, пойдет по рукам. В смысле по рукам? Да в самом прямом смысле. Ты знаешь, какой у нас младший медицинский персонал? Шустрый. Шустрый, да? Конечно. А такие парни, как твой, даже пулями подпорченные, на улице не валяются. И у меня в жизни случались весьма малоприятные ситуации. Ну, что вы делаете? Перестаньте. Поэтому позвольте дать вам дружеский совет. Лучшее лекарство от пережитого стресса – это перемена обстановки. Это вообще известно, но не всем доступно по ряду причин. Да, да, Джон, я должен уехать. Аленка, я специально избегал этой деликатной темы, Сержи. Но раз вы сами заговорили, перед вылетом я имел консультацию со специалистом, весьма авторитетным в своей области. В какой области? В области моей трусости и слюнтейства? В области психологии. Так вот, он говорит, что совместно пережитые стрессовые ситуации иногда очень сближают супружеские пары, но чаще происходит обратный процесс. В таких случаях мужу и жене рекомендуется сепаратное проживание. Чего? Сепаратное проживание. Сепаратное? От кого? От Аленки, что ли? Ты что, охренел, англичанин, а? Вы... пьяные, Сержи. Это не то состояние, в котором принимаются важные решения. Впрочем, извините, если я себе позволил. Нет, Джон, все правильно, я должен уехать. Мне кажется, вам лучше прилечь. Давайте, Сержи. Ой.
ваши отношения с супругой, безусловно, меня не касаются, вы правы. Но я должен решить визы, билеты. А для этого мне нужно знать, что вы решили. Я позвоню, я обязательно позвоню, я только... Я должен посмотреть Аленке в глаза. Вот посмотрю, я все пойму. Это так просто, это так сложно. Барбой. Бедный мальчик. Если вы все-таки решитесь, будет интересно посмотреть по телевизору, как полмира задергается в конвульсиях. Я решусь, вы не сомневайтесь. Все так говорят, но все равно часто не срабатывает. Наверное, он вмешивается. Ничего, мой дар ему не отбить. А что за удар? Что молчить? Все-таки откровенность за откровенность? Во-первых, не врите, вы со мной не откровенничали. А во-вторых, я сам вижу все. Я просто еще не придумал. Я уже не раз мог открыть шлюзы московского водохранилища, разбить 2-3 сотни самолетов, запустить корейскую ядерную ракету. Но это все не то. Это все так. Новые поломанные игрушки. А я хочу абсолютного зла. Последнего. Понимаете? Вам не приходило в голову, что вы сумасшедший? Приходило. Гениальность – одна из форм сумасшествия. О, девчонок привезли. На сегодня все. То есть как на сегодня? Мы же договаривались, что вы все сделаете сегодня. Извините, не успел. Закончу ночью. Послушай, ты, как там тебя? Демон зла. Со мной такие штуки не проходят. Ну, значит, мы расторгаем нашу договоренность. Деньги я, само собой, сейчас возвращаю. Мне не нужны деньги. Мне не нужны деньги. Мне нужна вирусная программа-ловушка. Ну, так заходите завтра. Я всегда дома. А сейчас девушки ждут. Извините, неудобно. Ладно. Завтра, значит, завтра. Девушки. Какие? Девушки, кстати, самые лучшие в Москве. Можете увидеть. Здрасте. 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 Альфа, один минутку. Грибочков твоему олигарху принесла. Да. Да. Самое левое. Угу. Спасибо. А это что? Проезжий задержался? Тоже? А я так решил с культурой позаниматься. Ты про Андрея Борисовича? Да, он друг Сережкин. Ну и что? Ну и что? Положительный мужчинка. Положительно. Положительно? Философ. Вот это? Что, не похоже? Слушай, как-то тебе прям повезло. Олигарх откуда-то захватил, денег куры не клюют. Вот философ, умный, небось, мужчина. А, да ладно тебе, но... Да не-не-не, но я рад за тебя. Ну ладно. А с философом не познакомишь? Ну, познакомлю. Он гостей скоро будет собирать. Там познакомитесь. Правда? А ты грибочка приноси. А я пойду сейчас сделаю. Может, философ пригодится. Опять кто-то есть. Сереж! Не оставляют они тебя в покое. Давай. Ты придешь? Прости. Это кто-то новенький. Алён, иди в дом. Философ тоже возьми с собой. Андрей. Здрасте, Сергей Петрович. Занесло вас. А я давненько на природе не был. А вы совсем освоились, так смотрю.
Так, давайте короче, а вы кто? Евгений Евгеньевич Иванов. Короче, только не получится. Давайте в машину сядем. Да давайте здесь. Разговор приватный. Долгий. Выйди. Знаешь, за что я хочу купить? Моя очередь. Ну, ты считать научишься. Можно, но без очереди. Ну, без очереди только дети и инвалид. Ну, ты не дай сказать, а то я забуду. Хорошо. Ну, и о чем? О, менты. Что делают в тюрьме с насильниками, доктор? Не знаю. А что? Сейчас покажу. Привет. Привет. А Степка есть? Нет, тут никакого Степана. Как ты нет? Я с ним договаривалась. Не знаю, с кем ты договаривалась. Я Леха. И сменщик мой тоже Леха. Только он рыжий. Твой-то часом не рыжий? Может, он Леха Степан и есть? Да какой там рыжий? Зараза. Я так настроилась. Марафет навела. Сволочь Степка все-таки. Да. А может... Вообще-то у нас тут проверяющие часто. Объекты режимные. Да прям-таки воинская часть. Крылья Родины. Ладно, как знаешь. Погоди, как тебя? Зинка. Зинаида. Зинаида. Да. Давай, Зинаида. Давай. Уговорил. Давай. Опа. Вот, пожалуйста. Опа. Ну ты точно маньяк. Самый настоящий причем. Тебя ж посадят. Знаю. Ну, вернусь лет через 8. Другим человеком? Нет, оставайся таким. У меня запрыжки. Затяжные. Да. И кто после этого смотрит? За тебя. Давай. Зинаида. Нет, вот ты человечище. Ты человечище, это как ее, блин. Да нет. Звезда пленительного счастья. Вот. Да если бы все бабы были такие, блин, на земле бы рай был. Рай. Давай за тебя. Да. Обновлю. Давай. Ах, Зинка! Дай поцелуй. Спешим. Ну что ты, я же по-братски. Еще чуть-чуть, давай. А, Зинка. Давай. Ой. Ты думаешь, мне здесь одному не тошно? Думаю, тошно. Ой, да ты знаешь, о чем я в молодости мечтал? Да. Загубили, падлы, молодость мою. А знаешь, что самое хреновое?
рассказать некому. Некому рассказать. У нас здесь, знаешь, одни кто? На? Придурки! Вот кто! Парашютисты, блин. Да-да, знаю одного. Вот у меня свояк в армии служил. Нет, не в десанте, так, летную часть сохранял. Так им до дембеля надо было два прыжка сделать. Типа по уставу. Ему уже 45. Ужас. А он как выпьет, вспоминает, как его старшина подрачным пулял с самолета. Понимаешь? Эти капиталисты гребаные каждый день сюда слетаются, как воры на говно. Этих ощущений им гребаным не хватает. Еще и бабки неплохие платят. Почему? Потому как богатенькие. Богатенькие они, богатенькие. Денег куры не клюют. Вот они жиру бесятся. Ну, не нервничай ты так. Зина, давай. Зина, давай лучше. Зина, проси, да. Проси, Зина, за тебя. Давай, дорогой, давай. Давай, наливай еще. Зинаида. Вот. Зинаида, ты баба хоть куда? Зинаида. Леша, держи себя в руках. Зинаида. Держи себя, детка, в руках. Зиночка. Да. Да, ну давай, подожди. Леша, ну давай, еще по одной, да? Давай. По одной. По последней, да? По одной, по одной, по одной. Налей. Налей. А, прости, Зинка, прости. Что ты такой невнимательный лопух, человек? Лопух, давай. Зина, лопух. О. За тебя. Давай. И курочки. Зинка, давай, Зиночка. Религиозный культ отправляете, Алевтина Петровна. Правильно, правильно. Фейс у мужичка примерский. Очень похож на моего преподавателя марксизма-ленинизма в институте. Очень долго говорят. Я даже не знаю, что думать. А не надо ничего думать. Все равно ничего не исправишь. Алевтина Петровна, лучше принесли бы мне вчерашнего мутненького, с целебным ароматом сибушных масел. Ну дал же черт рожу. Мерзость. Видеоматериал еще отвратительный. Ну, с этим все ясно. Для меня самое главное, чтобы вы меня правильно поняли. В ходе оперативной работы мы вышли на лиц, которые подготовили вот эти материалы для одной очень известной финансово-промышленной структуры. Это что же за бесстрашная такая структура? А вы хоть понимаете, о чем здесь речь? А? Нет, если честно, я в бизнесе разбираюсь слабо. Я человек козел. А мне кажется, вы врете, товарищ Иванов. А мне редко, когда просто так кажется. Что будет, если я позвоню руководству вашей конторы? Так я и знал. Что вы знали? Добро, наказуемо. Звоните, Сергей Петрович. Только скажу вам честно. Дело в разработке, оформлено по закону, имеет порядковый номер, код доступа и тому подобное. Ну, а меня накажут за разглашение служебной информации. Так что извините за беспокойство. Только вы-то, надеюсь, понимаете, что даже мы не сможем помешать, чтобы эти материалы стали достоянием гласности. У нас нет ни негативов, ни оригинала. Потом я вам еще не все покажу. Скажите, как вас... Евгений Евгеньевич. Евгений Евгеньевич, давайте я скажу вам честно и откровенно. Вот на это, что вы мне показали, мне, как говорит один мой очень хороший товарищ, плевать слюной. С Александрой я, слава богу, разведен. В депутаты я не рвусь. На вас нет начальника моей охраны. Он бы быстро...
уладил бы эти вопросы. Он вряд ли смог бы вам помочь. Ну, это так вам кажется. Ну, что ж, человек в командировке. Значит так, спасибо за службу. Иванов, передайте вашим друзьям, или вернее фигурантам, что они могут печатать, что хотят, и показывать, где хотят. Я это переживу, тем более здесь. Пока. Сядьте. Что? Сядьте. Ну? В России быть добрым не получается, да и пробовать нечего. Отдать необходимые распоряжения как можно быстрее – это самое разумное, что вы можете сделать. Вы на редкость нормальный человек, Сергей Петрович. Поэтому я с вами так откровенен. Уезжайте из страны. Берите любимую женщину и уезжайте. Старая песня. Не навсегда, я же не говорю навсегда. На годок. Пока все утрясется, уляжется. Что утрясется и что уляжется? Слушай, скажи мне честно, это что, заговор, что ли? Это политика. Экономическая политика государства для вас, а для меня просто служба. Ну, а что касается начальника охраны Орлова, он не только не был бы в состоянии уладить эти вопросы, как вы говорите, но даже вряд ли бы мог обеспечить вашу личную безопасность. Ах, вон оно даже как. Именно, именно так. И в командировку он отправился не без нашего участия. К сожалению, я не могу поделиться всеми материалами и информацией, которые обладаю. Но пока. А вот эта грязненькая статейка появится в прессе сразу же после начала саммита, в случае, если вы... В случае, если я... Добровольно не оставите свой пост и не передадите полномочия. Полномочия... В чьи руки? Мирковича? Ну, это уже не ваша забота. Хорошо тебе фамилия. Служи дальше, Иванов, пока. Не горячитесь, Ермолаев. Вот выслушайте меня. Выслушайте. А потом делайте все, что считаете нужным. Дайте не машину. А куда это они на ночь глядя? Не переживай, Левчин Петровна. Есть такая профессия — родиной управлять. Кино смотрела? Давай-ка лучше выпьем нектару родных широт, поговорим о чем-нибудь научно-популярном. Например, о разнице трактовки понятия «грех» в работах Руссо и Декарта. А как именно он сказал? Какими словами? Ну, ты даешь, Саша. У тебя, можно сказать, главный день в жизни. А ты какими словами? Какая тебе разница? Не все ли тебе равно? Говорю тебе, игра наша сделана. Ермолай дал добро. Теперь, если захочет отмотать, ничего не выйдет. Ну что, рад? Геннадий Петрович, да вы для меня такое сделали. Вы даже сами не понимаете. Я вообще уже не понимаю. Прекрасно понимаю, но расслабляться рано. Главное все-таки еще впереди. Я понимаю, Геннадий Петрович. Хорошо, что понимаешь. Все, я пошел. Работай. Как сядешь в ермолаевское кресло, то не забывай, кто тебя в него посадил. Я человек не злой,
но могу быть злопамятным. Давай, Зина. Зинаида! Настоящий человек с большой буквы. Да ты человечище! Ты человечище! За тебя! Давай. За тебя! А, Зинаида! Леха, я знала, Зина, что я Зина, Зина, ты знаешь! Я ж Зин! Зин! Леш! Володя. Тихо, тихо, тихо. Тихо, Володя. Тихо, сейчас будет лучше. Тихо, тихо, тихо. Володя. Срочно, командир. Командир. Тише, Володя, тише, тише. Я здесь. Я на месте. Можешь расслабиться. Я тебя сменю. Все нормально, ты понял? Все будет хорошо. Тихо, тихо. Хорошо, командир. Десять лет мы выплывали из этого воровского дерьма. И тут заявляется гибист и говорит, что, видите ли, мы должны содействовать этой уголовной харе. И там не какая-нибудь урка в законе, не банкир-частник, а офицер госбезопасности, государственное лицо и... Саш, так было, есть и будет. Государство врет на всех известных языках. И о добре врет, и о зле. И каждое слово его ложь, и каждое сокровище воровное. Так говорит Заратустра. Вернее, Фридрих Ницше, поэт-юморист. Ему хорошо, твоему Заратустре. Он полжизни не отдал этому гребаному энергопрому. И вообще, языком припасы. Это не дрова колоть. Замечательная, глубокая мысль. Благодарю. Почему все так? Ну что, в смысле о России-матушке? Да. Ну ведь еще Кропоткин предупреждал, что
переустройство России – это попытка с негодными средствами. В смысле, в узкоевропейском смысле. То есть, пускай они себя воруют, мы должны тихо сидеть, понимаешь ли, дуть себе в тряпочку, понимаешь ли, изображать из себя идиотов, что ли? Монетарная логика Запада говорит о том, что она, в принципе, может разрушить наивное мужество русского мужика. Она может заменить его ценности на девальвированные, устаревшие приобретения демократии лавочников. Лавочников? Лавочников. Наливай. Первая здравая мысль. Вот твои лучшие умы человечества считают, что мы всю жизнь должны жить в дерьме, понимаешь, в дерьме. И наслаждаться лишь широтой собственной натуры, сидя на завалинке и играя на балалайке. Посмотри на себя. Пипл живет так сотни лет, и ему в радость. Сэш, вот сейчас я немножко опьянел, и мысли мои приобрели необыкновенную стройность. Дин. Да. Я тебе сейчас скажу двое стихше, которые очень подходят к данной ситуации. Деньги есть, Иван Петрович. Денег нет, ты Ходоркович. И ты о чем? Тихо, тихо, тихо. Только это без рук. Ни слова. Да, сэр. Comment pouvez-vous penser? Неглиже. Андрей Борисович, Сережа, ну как вы не стыдно, ну как вы не сидите тут не по-людски? Все нормально. Садись, садись. Все хорошо. Мы, я бью в порядке. А я просто только-только пришел в себя, и мысли мы обрели необходимую стройность. И in vino veritas. С вечностью не поспоришь. Какой кошмар. Палитру на брата, господи. Алевтина Петровна, не переживай. Просто на Сережу накатило романтическое настроение. Так бывает с капиталистами. Чувствуется близость родных черноземов. То жаброн, то голос серебристый. Все вокруг мычит, хрюкает, кричит и пахнет. Я люблю тебя, Россия, дорогая наша Русь. Не растраченная Россия. Может быть, вы спать пойдете, а? Нет, 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 нет. Ну, уже людей пригласили, Сережа. Нет, 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 нет. Ну, будет неудобно. Не, ну, если я сейчас усну, я целый день буду разбитый. Речка есть? Есть. О, хорошо. И пруд есть. Пруд есть. И там вода чистая, чистая, теплая, теплая. Прямо налево. И там вот тоже. Литровкин. Литровкин. О. Переходим к водным процедурам. Я знаю, я чувствую. Ты все слышишь, только говорить не можешь. Но это даже хорошо, мне так легче будет. Я тебе сейчас все скажу, а ты мне потом позвонишь. Или не позвонишь. Мне врачи сегодня сказали, что теперь ты уже точно будешь жить. И все у тебя будет хорошо. Поэтому я уезжаю к папе. Я буду думать там о тебе каждую минуту, можно? Слушай, я решила с мужем поговорить. Я его никогда не обманывала. А теперь тем более не хочу. Только я ужасно боюсь.
Я ведь трусиха, ты знаешь. Но я все решила для себя. Я пообещала себе. И вот теперь тебе тоже. Только ты не подумай, ты никому ничего не должен. Я все сама. Мне надо идти. Скоро дежурная придет. Мне опять попадет. Ваня, я очень тебя люблю. Но все будет так, как ты захочешь. Звони мне, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Скажите, пожалуйста, а вы когда открываетесь? Ну, в смысле, колесо. А тебе что, жить надоело? Сиганут сверху хочешь? С чего вы решили? С того и взяла. Все, иди отсюда, иди, иди. Иди, кому говорю. Да вы что, я просто хотел посмотреть на Москву сверху. Чего особенного? Та дурочка то же самое говорила. Какая дурочка? А которая месяц назад сверху сиганула. Находят же люди место. Мостов им, видите ли, в Москве мало. Или домов, которые повыше. Театрально ее не приняли. Сама в лепешку, и у меня одни проблемы. Милиции понаехало, пошло, поехало. Ну все, все, хватит, иди, иди отсюда. Да санитарный день у меня. Вы что, я правда хотел просто покататься. Ну... Вот через 2 часа придешь и покатаешься, пока нет. Остынешь. Ты что, я похож на самоубийцу, что ли? А кто вас знает, на кого ты похож? Я не доктор. Я карусели запускаю. Слушайте, а вы запустите, а? Ну, я вам заплачу, вот. Вот, возьмите. А ты... Ты точно не того? Точно, уважаемый, точно. Я такой жизнелюб, что... самому тошно. Ладно. Иди, жизнелюб. Спасибо. Алло, Джон, это Сергей. Ты не разбудил? Спасибо, все нормально. Джон, вы были абсолютно правы. Я должен уехать, и чем скорее, тем лучше. Я должен начать работать. Да, именно так. Нет, один билет. К сожалению, вы были правы. До встречи. Ну что?
хорошо в краю родном. Лучше, чем в Италии. Потому что пахнет сеном и вон той фекалией. Сэр, ты знаешь, Конфуций был удивительно прав, когда сказал, что только остановившийся путник может заметить, что деревья вокруг расцвели. Вот если бы твой Конфуций еще знал, о, сколько надо пробежать по этому миру вот с высунутым языком, так, чтобы потом понять, что пора остановиться. А нечего было олигархом. Книжки надо было читать. Ай, ты все за свое. Григорий Сковорода в конце жизни написал: «Мир ловил меня, но не поймал». Вот величайшая декларация личной свободы. А ты дал миру себя поймать. Слушай. Да не спорь, не надо со мной спорить. Дал, еще как дал. Ну, дал. Сам дал, сам убежал. Все, все, хватит. Ну, конечно, лучше поздно, чем никогда. Кстати, после твоих водных пыток я совершенно омерзительно протрезвел. Даже пиво захотелось. Это верный признак, что пора уже немножечко этого пива. Все, хватит, подождешь. Вечером сегодня гости будут. С ума сошел? Чего? Я до вечера не доживу. Ладно, там я у Петровны брашку присмотрел. Ага, такой... Очень правильный напиток в данной конкретной ситуации. Нежный и в меру буржуазный. Козлы! Козлы, не козлы. Не надо, Сереж, не надо. Вчерашний гибист на самом деле подарил тебе свободу и возможность любить. Да не хочу я его свободу, не хочу его свободу. Понимаешь? Потому что я думал, потому что это я, это мой поступок. Это я ушел. Не потому что я испугался, не потому что я сбежал, а потому что это я. Ай, ладно, я думаю, Генка останется. Я буду спокоен. Все, хватит, не будем путать любовь и эти гребаные деньги. Да боже упаси, деньги, частное предпринимательство. Это, по сути, воровство, эксплуатация и мерзость. А любовь – это последняя живая вибрация мира. Любимая шутка Бога. Поэтому неужели ты настолько наивен предполагать, что хорошему публичному олигарху позволят любить деревенскую малообразованную тетку, которая, правда, повышает свой культурный уровень, потихонечку таскает у меня книжульки всякие. Да-да. Ты что? Сэр, прекрати! Прекрати, тихо! Мне и так зубы не к черту! Хорошо, согласен, согласен. А я и сам даю книжульки. Уйди с меня, извращенец! Козлы! Не дергайся, куда. Стой спокойно. Велено тебе сказать, чтобы ты ночью бодрый был. А то сосна шустрить, фуфло полное. Пахан свое слово держит. Придут к тебе, понял? Понял.